Ну, могли вчера тебе сюда сюда дойти, нет? Нет. Ну, тут черт его знает. 3 часа у нас было. Сейчас мы за сколько дошли? За 4, да? За 3,5. Могли, конечно, если бы знали, что здесь есть. Не, мы пришли сюда в 10 часов. Застигнутые грозой донбайские хроники. Полный набор набрали уже. Я бы туда снежную скалу полез. Да, они должны быть заснежены по описанию, значит, надо по ним лезть. Значит, должен быть снег. А трава и цветы растут почти до самого конца, до вершины. Вон они, цветочки. Получается, дальше должно быть 100 метров 45 градусов 4 категории, что ли? Да. Вот и выкурена последняя сигарета. Мы еще не выкурили свою последнюю сигарету. Здесь, это так, на крайняя, этой крайняя сигарета. Да, это крайний себе. Дым, кумар стоит, кумар в палатке. А находимся мы на высоте. На какой горе высоте мы находимся? 3800. 3800. Забились в палатку, мокрые все. Как курочки. Пережидаем. Чего пережидаем, непонятно. Лучше не будет. Здесь, наверное, в этом районе лучше не бывает. Да. А ведь что-то вот она рукой подать. Это все Мануинков нам накаркал. Теплые южные скалы. Он обколдует нам Влутовым. Вот остались 2 почти добитых баллона. Да, я Надежде привет передам. Сейчас. А, давай, точно. Вот они, горелочка наша, выручалочка уже. Вот наш экономим. Продуктов осталось. 4 пакетика девятка, супа. Понял? Девятка, понял, не девятка. Шестерка какая-нибудь. Да. Девятка. Ну давай, что там хочешь передать Надежде? Ты меня в объектив поймай. Поймал. Надежда, поздравляю тебя с днем рождения. Мы бы хотели, конечно, вернуться сегодня, чтобы поздравить тебя лично. Но мы тебя поздравляем, тебя так, заочно. С днем рождения тебя. Присоединяюсь. Толик, Толик, ты там не скучай. Мы скоро придем. Спасателем не бегай зря. И не ругайся. Сиди на птырских ночевках, жди нас. С большим запасом газа. СК. Пиво. И СК. Сигарет. Туман. Пар. Тепло, значит. Uh-huh. Вот. В этой теплой дружеской компании я хочу отсюда, из этой теплой компании, передать привет вниз. Теплая компания — это мы. В теплую компанию, которая внизу. Вот. Мы, конечно, во всех вас помним, любим. Ждите нас. И заготовьте побольше пива. Там неправильная дата стоит. Конечно, почему 19 августа, но на самом деле уже 20-е. Вот это останки в облаке. Ну смотри, сейчас мне еще вдруг налил свою банку. Так, это светильник. А, вот эту банку открыл. Где пиво? Пиво. Не вижу пива. Маночку покажите, не выпьем. Пиво. Где банки, которые достала из широких штанин? Заначка. А также еще пакетик арахиса. У нас есть пакетик фисташек. Мы сегодня празднуем. Гуляем. Мы завтра гуляем. Вершина. Завтра будет некогда. Ночь длинная. Надо ее как-то переждать. За окном шуршит снег. Вот он, по стенкам палатки. Бавария. Пьяный день, сколько? Ну что, мужики, будем здоровы? Угу. Давайте чокнемся, что ли? За погоду? Да ну ее нафиг, за погоду. За нас, мужики. За погоду. За нас? За нас. Хроников. Хроников.
губы почистил, да? Да, и фистальки где-то будут. Вот она, четвертая ночь. Чем закончилась? Прям какое-то ледовое побоище. Не сказать круче. Все во льду. Да. Вот там вершина. Вот до нее надо еще добраться. Черт.